делали то, что другие не делали. Единственное желание – отличаться и быть непохожим на кого-либо. Почему нас считают другими людьми? Потому что мы сами себя такими делаем. У каждого свои причины и способы самовыражения. Свою первую модификацию я сделал еще 8 лет назад, это тогда были еще тоннели. Тело – это наш храм, а храм должен быть красивым. Это изменение с целью украсить свое тело или увеличить его функциональность. Я тянул все больше и больше. Сейчас уже импланты себе делаю, тяну тоннели в разных местах, там, клещи, губы. Первые татухи надо делать прямо у себя на лице. В современной неформальной культуре прижилось конкретное понятие – бодимодификация. С татуировками и пирсингом. Мы делали так, как другие боялись. Другие считали, больно, нам было приятно. В этой передаче мы хотим рассказать, кто такие другие люди.